Всем привет, ребята! Сегодня будет видео про меня. Что ж, удачного вам просмотра. Всем привет, ребят, с вами Кексик. И Анна Голд, всем привет. Эй, кыш-кыш отсюда. Сегодня вообще-то видео совсем не про Билла Шифера. Ну, как сказать, сегодня у нас всего лишь пирамида в виде Билла Шифера. Это точно, Кексик. А внутри у нас что-то кое-что необычное. Что тут? Где же вход? Сначала дай я покажу. Кексик уже ищет вход. Конечно, мне уже не терпится. Пирамида. Билл Шифер, здесь его глаз и его шляпа. Интересно, где же вход? Так, надо еще с другой стороны понюхать. Ну-ка. Может быть, здесь? О, я угадал. Молодец, давай посмотрим. Ого, сколько здесь всего написано. И сколько здесь пакетиков. Да, очень много. Давай сначала расшифруем, что здесь написано. Здесь мы будем, наверное, до утра копаться. Наверное. Пускай тогда зрители отгадают, ну, если захотят. Да, кому не трудно, можете разгадать. Так, сейчас я вам покажу. Вот, ребят, смотрите. Тайные знаки. Это его мозги, наверное. Да, кстати, похоже. Умные мозги. И Анна Голд написано. Странно. Даже Кексик написано. Тут еще плюс и минус, и стрелочка вниз. Еще знак вот знакомый. Это Диппер, а это Мейбл. Машина. Давайте... Ой. У меня все пакеты посыпались. Ладно, вытащим уже все пакетики. Вот они. А вы можете еще посмотреть и догадаться. Можете даже всю ее расшифровать, если захотите. Но я пока что вот так вот одену. Цилиндр Билла. Ладно, он не хочет держаться. Вот, все. Я тоже иду. Ой, тут даже есть шапочка моя. Кепочка. Ну да, вот так. Классно. Давай я примерю на Билла. Давай. Это кто это у нас? Это Диппер или Билл? А теперь будем распаковывать. Давай. Здесь у нас сам наш Диппер. Ведь это Диппер, верно? Конечно, если здесь шапка Диппера лежала. Здесь у нас почему-то 3 пакетика. А сколько должно быть? Чуть больше. Может быть, мы не все достали? Нет, все достали. Но это, я думаю, не все. Так, минутку. Ребята, я, кажется, нашел остальные пакетики. И где же они? Они здесь. Ух. Еще 2 пакетика. Да, вот они, ребят. Молодец, Кексик. Я их нашел. Я молодец. Ладно, давайте скорее открывать и посмотрим. Здесь потому что куча всего. Да. Так, давайте, наверное, начнем с вот этого маленького пакетика. Просто белые пакетики здесь у нас. Так, это что-то маленькое. И кто знал, что это? Это у нас спагетти с соусом и на тарелочке. Очень такие миниатюрные. Это у нас из легкого пластилина слеплено. Здесь у нас большинство сюрпризиков из легкого пластилина. Вот. Это у нас из картона сделано и покрашено. Билл у нас. Пока сюда поставлю. И открываем следующее. Хотя нет, наверное, вот это. Сначала вот эти тоненькие откроем, потом остальное. Так, посмотрим. И вы уже, наверное, знаете, что это. Это у нас камера. Да, вот она. Камера из Gravity Falls. Щелк. Такие улыбочку. Улыбочку. Прикольный фотик. Будем все фоткать. Да, классно. Смотрим следующее, самое, наверное, важное. Да, это самое важное.
и смотрим, что это. Как вы думаете? Это у нас дневник Gravity Falls, третья часть. Так, смотрим, вот давайте бейсболку посмотрим, вот уже видно. Бейсболочка Диппера. Целых две бейсболки? Да. Но одна это у нас прям для Диппера, для нашего, а другая твоя, которая вот здесь. Да, и это у нас кепка Диппера. Вот такая. Тоже из легкого пластилина. Такая вот она легкая, очень-очень. Вот. Смотрим же дальше. Что у нас здесь попадется? Как вы думаете? Это у нас еда, ребят. Так. Чтобы было попонятней. Вот, ребят. Это у нас бекон. Вот это когда Диппер хотел стать сильнее, так скажем, настоящим мужиком. Здесь написано Real Man. Вот. И здесь у нас как раз-таки этот бекон. И заднюю часть я решила тоже по-своему только оформить. Ну как по-своему. Придумала. Здесь у нас один бекон, надпись о беконе. И здесь у нас как раз-таки этот человек. Вот. Мне кажется, очень похоже получилось. И, естественно, я сюда добавила кое-что магическое. Чтобы вот такой вот был звук. Потому что их там много. Очень много, кексик. Ну ладно, я до них доберусь. Ну ладно. После видео доберешься, а сейчас мы смотрим голову Диппера. Голову. Да, а тело здесь. Так, голова. Так вот. Сейчас я достану все, а потом уже покажу вам самого нашего полностью Диппера. Так, что, сейчас я одену и вам покажу. И вот, ребят, какой у нас Диппер получился. Очень прикольный. И сейчас я вам еще кое-что скажу. Перед началом того, что я буду показывать вам и рассказывать про него. Вот эти две... Так, минутку. Вот так. Правильнее будет. Вот эти две вещи мне помогал делать мой папа. Миша Голд. Можете зайти на его канал, ну и смотреть его видео. Вот наш сам Диппер. И наша кепочка, которая снимается. Она уже здесь лежала. И он еще может вот так вот держать книгу. Сейчас, минуточку. Правда, она ему немного большая, но мне кажется, так даже смешнее и прикольней. Вот. Я очень умный, я Диппер. Где Венди? А где моя сестренка? Да, твоя сестра Мейбл скоро будет. Так, сейчас я вам его поближе, ребят, покажу, нашего Диппера. У него объемные глаза. Так, улыбка, нос, глаза объемные, причесочка. Прям как у Диппера пытались мы сделать. Вот. Пока одену. Жилетка его. Рубашечка. Вот. И мне очень сильно понравились вот эти вот, как бы, кеды. Или... Нет, не кеды даже. Ботинки с носками. И здесь даже подошва, ребята, вы только посмотрите. Напоминает мне чем-то мозги. Ха-ха, похоже. Кексик тоже так думает. Вот. Такой вот у нас Диппер. Вот, жилетку. Мы тоже сделали похоже. Ну, естественно, у нее крутится голова, как и у всех наших фигурок. Пока что у нас в коллекции только Венди и как раз-таки наш Диппер. Но скоро будут и еще, ребят, фигурки. Это еще не конец. Надеюсь, что будет еще Мейбл и куча других персонажей. Да, где моя сестра? А где же Венди? Хм... Ой, привет, Диппер. Привет. А ты кто? Я Кексик. Ясно. Я тут самый главный. Вообще-то Кексик нет. Вообще-то да. Ну ладно.
Так, минутку. Я тоже диппер, потому что... Ой, ладно. Я тоже диппер. Ясно. Я хочу поесть. Держи. Вот так вот. Бекон. Щелк. Вот что нам сегодня, ребят, попалось. Типа он идет. Классно поставила. Вот. Все, я, ребят, пошел за Венди и искать Мейбл. Мейбл, наверное, съела кучу улыбашек и теперь, наверное, где-то сидит. Я ее пойду искать. Ладно. Что ж, ребят, если вам понравилось это видео, лайкосик. И с вами был я, Кексик и Анна Голд. Всем пока, ребят. Ждите много видео от нас про Gravity Falls и не только. Пока, ребята. Я пошел искать всех. Пока.